бабушка с гранатой, продолжение. Едем с ней, и она рассказывает попутно историю своей жизни. У вас есть муж? Нет, я одна. А, муж есть какой-то. Муж есть, там где-то, там какой-то непонятно. А дети есть? Да, есть сын, такой хороший парень, такой, получил 12 лет. У него жена нехорошая женщина, там, как сказать. Изменяла. Ну, изменяла, да. Изменяла, он ее зарезал. Он хороший парень. То есть для них человек, который не сидел в тюрьме, это как out of business, как, ну, человек не в теме. Для них нормально, когда человек там просидел там 5-6 лет в тюрьме, потом он здесь уже на шахте, потом он пьяница где-то в депо, потом он уже ЛНР, ДНР, как-то так. Мы будем бороться, это наша страна, это наша Украина, и мы будем бороться. С людьми будем проводить работу. Вы знаете, это маленькая часть населения. Наши обязанности, что входит? Входит в обязанности иногда присматривать, чтобы оно все работало. Вы охранник? Нет, я не охранник. Должность можете назвать? Могу. Ну, назовите. Приемщик поездов. Супер. Это чтобы было, все смотрелось. Насколько я информирован, работает где-то 500 человек. Угу. Это городообразующий вот это узел для Дебальцева? Как образующий? Ну, городообразующий. Вы не знаете такой фразы. Я понимаю. Хорошо, вы железнодорожник. У вас есть какие-то мысли, как изменить процесс, чтобы он пошел на... Как изменить? Просто, чтобы не крали. А кто крадет? Я не знаю. Просто, я вам говорю, просто смотрю. Вы же видели, я прошел, посмотрел. Чтоб ничего не... Чтоб то лежало, то, чтоб никто нигде не бегал. Я говорю совсем о другом. ЛНР, ДНР. Ваши ощущения о войне. Что, они как-то повлияли на работу? В основном никак. Никак, да? А украинская армия? А? А украинская армия повлияла тоже на работу? Тоже никак не повлияла. Нет? А почему не работает? А? Если никто не повлиял, почему не работает? Потому что стоит. Так я же спрашиваю. Я просто, может, у вас... Вы профессионал, вы работаете здесь. Как наладить работу депо? Что нужно сделать для того, чтобы заработать? Чтобы пошли вагон. Ну да, что нужно сделать? Чтобы было грузопоток. Все. Почему железная дорога остановилась? Этого я не могу сказать. Не могу сказать, потому что там стоит грузопотока нет. Я не могу вам, девушка, сказать. Все. Ну как? Когда вы получали последний доклад? Пальцы на руке взял бутылку, бросил на железную дорогу, на которую он работает, которую он охраняет. Он с этого моста эту бутылку бросил. Рассказал какую-то чушь, что наворовал, и пошел пьяный дальше. При том, что да, люди получают зарплату, и получают они зарплату, знаете, как они называют, они не получают. Они ее получают на карточку, они не могут здесь взять в банкомате, им нужно ехать в Артемовск. Вот так они, это называется, они не получают. Они не могут взять ее физически деньгами, поэтому им нужно ехать в Артемовск. Не бывает, в банкоматах деньги, тут очередь выстраивается колоссально, это стоит это заснять. Мы видели сегодня буквально. Так что зарплату Укрзалезета им начисляет, пенсии, я уже повторяюсь, даже отпускные. Просто они не могут получить ее в банкомате, для них это называется не получают.